Православный календарь. Седмица 14 по Пятидесятнице. 4 сентября. Понедельник. День грузинской иконы Божьей Матери. Пятое сентября. Вторник. День отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы. День мученика Лупа. Шестое сентября. Среда. День постный. День перенесения мощей святого Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. Седьмое сентября. Четверг. День апостола от 70. Тита, епископа Критского. Восьмое сентября. Пятница. День постный. День Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Девятое сентября. Суббота. День преподобного Пимена Великого. Десятое сентября. Воскресенье. День обретения мощей преподобного Иова Почаевского. Православный телеканал «Добро ТВ» желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!